Здравствуйте, приветствую себя на канале. Сегодня мы рассмотрим процесс взаимодействия с файлами в формате SVG. SVG — это Scalable Vector Graphics, масштабируемая векторная графика. Вставляется она в проект с помощью Insert Canvas. Простите, с помощью Insert SVG. Убираем папочки. И далее убираем поверхность. Необходимо это как-то спозиционировать здесь сейчас мне в проекте. Копирую, ну, размещу где-то вот здесь, например. Окей. То есть, как мы видим, он появился здесь в разделе в браузере в скетчах. То есть я вот уже вставлял ранее один, вот второй. К сожалению, вставлять SVG-файл можно только на плоские поверхности. Но можно перенести их и на кривые поверхности. Для начала продемонстрирую, что можно применить к этому контуру операцию экструд и создать твердое тело. Это очень сильно может упростить некоторые операции, так как есть большие базы узоров в формате SVG. Можно это все использовать. Так, я же отключу эти тела. Когда мы хотим, например, перенести это изображение на какую-то изогнутую поверхность, давайте создадим сферу. Большая получается. Да, пусть будет вот так. Немножко позиционирую ее сейчас. Окей. Итак, мы можем, например, с помощью инструментов проекции перенести это изображение на поверхность данной сферы. Но, наверное, для данного примера это пока что будет не очень показательно, потому что все-таки это будет всего лишь перенос эскиза плоскости на поверхность криволинейную. В принципе, это будет точно тоже такой же трехмерный эскиз. Делается с помощью Create Sketch, выпадающее меню. Выбираем, эскиз не создался. А вот мне это не очень нравится в новом интерфейсе. Необходимо постоянно начинать эскиз, чтобы добраться до инструментов проекции. Проекция, Project to Surface. И здесь я в Curves могу двойным кликом выделить, например, все элементы. Далее выберу поверхность. И мы видим, что появляется трехмерный эскиз на поверхности данного шара. Здесь есть две настройки. Closest Point, то есть, как я понимаю, что есть центр окружности, ну, в данном случае, окружности центра этого шара, и крайние точки стремятся попасть в центр этого шара. И вот как раз получается вот эти вот габариты такие. Также можно сделать Along Vector, выбрать, например, этот вектор, и можем получить что-то вроде вот такого вот. Да, были какие-то ошибки, часть не смогла отобразиться, так понимаю, вот эти вот, которые вышли за пределы. Но в целом здесь они соединились, и получился вот такой вот трехмерный эскиз на поверхности шара. К сожалению, каким-то образом преобразовать его не получится, кроме как, наверное, применить к нему какую-нибудь операцию pipe, например. Но я думаю, это не очень полезно. Подключу этот эскиз. Я же предлагаю, например, перейти в Surface, выбрать инструмент Extrude, выбрать наш эскиз и проэкструдировать в сторону нашего тела. Нажму ОК. Далее перейду в Solid. В принципе, можно в Surface остаться. Тут тоже есть инструмент Split Face. Убираю наш шар и убираю вот здесь вот слева в браузере обязательно наши поверхности.
Нажимаю ОК. И мы видим, что все они нанесены у нас теперь на поверхность шара. Можно, конечно, применить операцию пресс-пул к этим, попробовать. Но у меня не получилось, и у меня компьютер завис, и вообще все вылетело. Что мы можем сделать? Давайте попробуем перейти в Surface, выбрать инструмент Thicken и применить инструмент утолщения. Но, как мы видим, выбирая Change Selection, та же галочку, мы не можем выбрать отдельно этот Face. Хорошо. Мы можем выбрать Offset Face и его сместить. Но, как мы видим, мы тоже не можем выбрать его отдельно от этой, в данном случае, сферы, потому что мы находимся в патче. А можно выбрать, в данном случае, всю сферу и, например, экструдировать ее на, давайте, на 3 мм. И нажму ОК. Как будто бы ничего не изменилось, но на самом деле появилась еще одна сферка сверху над нашим телом. Вот уже к этому, к этим поверхностям мы можем применять операцию удаления, лишнее убрать. И вот сейчас мы уже можем применить инструмент Thicken. Так, я, похоже, не все удалил. Здесь и вот здесь. Теперь мы уже можем применить инструмент Thicken. Так, не буду перегружать. Уже только по одному можно делать. И сделаю на минус 3. Нажму ОК. И повторю операцию для лепестков. Так, я закончил делать утолщение. Давайте далее с помощью инструмента Combine я объединю все это в одно тело. Посмотрим в браузере. Да, это действительно у нас теперь одно тело. Мы теперь можем попробовать даже применять какие-то дополнительные операции, например, Fillet. Но необходимо помнить, что вот такие вещи не будут создавать округление. Так, с помощью Dell'а попробую убрать эти вещи, посмотрим, во что это превратится. Да, можно попробовать это скруглить. Например, 0,5. Окей. Соответственно, если задать соответствующее скругление в этих местах, вот в этих, и таких же вот сильно острых местах, то можно будет задать дополнительные филеты здесь и думать даже, что вот здесь вот. 5. Нет, здесь нужно разбираться отдельно, возможно. Будет удалять эти фейсы лишние. 5. Но в целом вот такой вот элемент можно получить на кривление на поверхности. На этом я видео заканчиваю. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!